Всем доброе утро. Ну что, все в доме, окна все помыты, все чистые. Теперь я начинаю полностью убираться, пылесосить, пола мыть, пыль вытирать. В общем, убираться. Готовимся к Пасхе. Все, у меня идеальная чистота, я убралась. Я убиралась 3 дня. Во вторник я мыла окна, в среду я продолжала их мыть, и вот сегодня четверг я везде упала, помыла и пропылесосила, и пыль вытерла. И уже таких поставила, ну как, деку для Пасхи. Такой вот зайчик, грибочек и вазочка с цветочками. Это так. На грядке сорвала. И все, больше я ничего украшать не буду. Зайчика мне достаточно для Пасхи. Сейчас быстренько съездила в магазин, купила специально горошек. Не знаю, очень хочу опять оливье. В общем, сейчас буду делать оливье. Это я купила еще яйца. Ну, они у меня были, просто я еще взяла. Брецели вот такие с сыром. Кофе еще. Блин, у нас кофе уходит, я не знаю. Очень много пьем кофе. А это я Марселю взяла. Они там с друзьями идут. В общем, то ли в лес, то ли куда-то там. И это им взяла чуть-чуть перекусить. Как перекус такой. Это все, что вы тут видите, я отдала. А где? 12:42. Поставила уже вариться яйца, картошку. И здесь буду еще делать в сметане сердечки и печень. Начинаю жарить сердечки с печенью. У нас вчера на работе потеря была. В общем, у нас девчонка одна увольняется. И вот ей осталось доработать... во вторник последний день, и она уходит. Ну, потом у нее урлоп до конца месяца, и вот, будем так говорить, с 1 мая она у нас не работает. И, в общем, эта девчонка, мы с ней работали вместе, и еще 2 коллеги, то есть вчетвером. Значит, она с собой на работу взяла такую, ну, вот нашу карту. Я сейчас даже вам могу показать, чтобы было более понятно. Сейчас я принесу ее. Вот, вот такая вот карта. Это мы цепляем за вот что-нибудь, и потом вот так оттягиваем, и это вот скеливаем, и тогда мы можем уже кассировать, и стоит всегда на чеке наша фамилия, кто тебя обслуживал.
В общем, это вот наша первая карта. И еще есть такая вторая карта, которую мы можем дать, например, там своей маме, сестре, мужу, чтобы они тоже в любом магазине так и получали 20%. И вот она взяла эти две карты с собой, чтобы уже отдать. И, в общем, она их потеряла. У нас в магазине потеряла. И мы искали, я не знаю, мы, наверное, час искали эту карту. И никто не мог ее найти, и, в общем, обыскали все. Я говорю: Кристина, если эта карта падает на пол, то ее слышно. Она у тебя по-любому где-то висит между вещей. Девчонки, мы все штендера проходили, мы все их вот так каждый щупали. Нет карты, все. Она слезы, у нее истерика. А до этого она выносила мусор на улицу. У нас стоит контейнер, который принадлежит именно нашему магазину, куда мы там выкидываем весь наш, ну, все наши отходы. Она туда пошла лазить. Она не нашла, конечно, там карты. Я успела сделать свою паузу, карты нет. Я вышла с паузы, я говорю: Кристинка, пойдем вместе посмотрим в этот контейнер. Ну, мы так оглянулись, я говорю: никто не смотрит, это как-то неудобно, в контейнере лазим. Мы достали пакет, ну, в общем, лазили, искали там все, ковыряли, не нашли. Ну, нет карты, нет. Я говорю: Кристинка, не может быть такого, что там кто-то ее забрал или что. Ну, нет, ну, где-то она висит, ну, где-то же... Ну, все. В общем, говорю, у нее истерика, она в слезы, что мне делать, карты нет. И, ой. И потом... Она пошла в одну сторону искать, я опять в другую, по несколько раз уже, по 10-му кругу ходили эту карту искали. И я уже тоже так, ну, иду к ней навстречу и говорю: только хотела сказать, что Кристинка, видать, так у тебя не хочет отпускать. Я только сказала ее имя, и прохожу мимо штендера, и висит вот так вот карта. Я говорю: Кристинка, карта твоя, мы как заорем с ней обе, и... Ой, вот бывает же такое, ищешь, не найдешь, а потом просто раз, и она нашлась. Я даже не в этот момент ее не искала, я и шла к ней, чтобы сказать, типа: Кристинка, тебя так он не хочет отпускать. И карта висела. А, почему она вообще, мы так переживали? С этой картой, вот с этими двумя картами была еще, знаете, такая карта. У нас в магазине есть, называется она красная карта. С этой картой мы можем... открыть нашу кассу утром, вечером мы с этой карты закрываем кассу, то есть вот эти вот наши карты беленькие, они не подходят, только нужна эта красная карта. И в любой момент ты можешь кассу всегда открыть, там, если вдруг какой-то случай, или кто-то там с централи позвонит и скажет: срочно откройте там кассу, или там такую-то программу сделайте, то она делается только с красной картой. И вот еще она почему так переживала, то, что вечером мы бы магазин не закрыли. Ну, в общем, все обошлось. Карту нашли. И магазин закрыли. Я замерзла что-то. Вроде бы на улице такая теплынь, а я что-то замерзла. Я сейчас это сделаю ужин и пойду на улицу маленько, на солнышке посижу. Это как-то прохладно. Это Оливье. В общем, в последнее время я его очень люблю. И за полтора месяца я его делаю уже третий раз. И здесь уже тоже почти готово. Скоро будем ужинать. Или обедать. Я хочу мороженое. На десерт можно и мороженое. Сейчас пойду на улице кушать. На улице жара, погода позволяет. Все, три кугля мне хватит. Сверху еще сделаю какао. Какао-порошок. Вот, красота. Это Ромка себе мороженое сделал. Ой, на улице так тепло. Сразу лето.
вспоминается и хочется на море купаться. Все пасхальные праздники будут такими теплыми. Стояло, что будет до плюс 21. Ну, посмотрим. Как раз. Может быть, завтра. Завтра ведь выходной, никто не работает. Может быть, куда-нибудь погулять съездим, посмотрим. Как будет желание у всех. Хочу показать, как уже малина разрослась. Это вот один кустик. Ну, неплохо, быстро. А это второй. Но у первого кустика больше вот с корней вот отросточки. Здесь только два штучки, один и два. Но они какие-то разные, мне кажется. Ну а здесь у меня... Ну а здесь у меня послен. Я что-то не вижу вообще, что он даже всходит. Нигде ничего не видно. Не знаю даже, будет что или нет. Посмотрим. Только недавно полола здесь, вырывала траву и опять. Ну посмотрим, может быть, ближе к вечеру выйду, вырывая всю эту траву. Да и вот эти вот тоже надо уже срезать. Все равно они уже отцвели. Все, теперь только... на следующий год.